Всем привет! Я здесь лазила в шкафу и вспомнила, что у нас была такая качелька, но я ее убрала, потому что, чтобы лисик не наелся вот этой вот белиберды. Она не полезна ни разу. А вот чисто на поиграть и позлиться Томочке можно предложить. Но Томик, на удивление, смел. И горд, не боится. Мне вот даже интересно, что он будет. Ты будешь ругаться? Ты будешь ругаться? Скажи, я всегда ругаюсь. Такой у меня темперамент. Такая у меня привычка. Угу. Что? Ты наигрался? Нет, зайка, я не хочу тебя на руки брать. Иди с качелькой поиграй. Иди поиграй. Какой ты... Пойди поиграй с качелькой. Кому я ее повесила? Смотри, какая классная. Классная? Нет. Ну что ж тебе все не нравится? А вот Ливсику бы нравилось. Он ее грыз, да грыз. Как обычно, игрушка не зашла. Вот так всегда. Недоволен, как обычно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Спасибо вам за просмотр. Пока!